Полиция Севастополя разыскивает двоих подозреваемых в грабеже 21 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД России, в субботу в дежурную часть полиции по Гагаринскому району поступило заявление от работника автосалона. Он рассказал, что двое неизвестных мужчин зашли в офис его фирмы и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили 21 миллион 200 тысяч рублей и 30 тысяч долларов. После этого злоумышленники скрылись. Оперативники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались 46-летний уроженец Краснодарского края Дмитрий Соломатин и его 32-летний подельник Константин Перетягин из Красноярского края. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемых и просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или о возможном местонахождении указанных мужчин, сообщить по телефонам 8 978 739 8201 или 102.